Добрый день, уважаемые телезрители. Начало Великой Отечественной войны – одно из трагических дат в истории. 80 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, придавая огню все, что попадалось на пути бесчинствующего врага. В Юго-Осетинском государственном университете прошла конференция, посвященная этой дате. Хочу отметить словами благодарности весь исторический факультет нашего университета. Они обратились с инициативой провести сегодняшнюю научно-практическую конференцию. Дата для нас трагичная. Именно с этого дня весь советский народ, который принял на себя удар фашистской Германии, когда именно благодаря советскому народу нам удалось справиться с коричневой чумой 20 века, и даже запоздалая помощь союзников, когда фактически итоги войны были уже решены, весь мир понял, что именно благодаря самоотверженности советского народа, самоотверженности граждан, фактически нам удалось спасти не только Советский Союз, но и весь мир от фашистской агрессии. Я хочу отметить, что в прошлом году, несмотря на пандемию, Юго-Осетинский государственный университет провел целый комплекс мероприятий, когда мы отмечали, праздновали 75-летие со дня Победы. Это и научно-практические конференции, это и мотоавтопробег 9 мая, это спортивные мероприятия, это огромная работа, которую провели наши медиа, я имею в виду целый ряд видеоматериалов. Я думаю, вы все смотрели на площадке ЮГУ-ТВ, когда фактически в течение всего года мы показывали материалы, когда и сотрудники, и студенты рассказывали о подвигах своих дедов, своих прадедов и многие другие материалы. Вы знаете, что интересный проект, когда фактически наши студенты, наши сотрудники начали собирать паспорты каждому памятнику, который был посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мы сейчас хотим сделать на базе вот этих материалов интерактивную карту, чтобы можно было элементарными простыми кликами на компьютере получить любую информацию. И я думаю, что если мы его потом выложим на интернет-ресурсах, думаю, это будет полезно и нам, и тем, которым интересно. Республика Южная Осетия. Интересно участие осетинского народа в победе в Великой Отечественной войне. И тот вклад, который внес осетинский народ в эту победу, он также всем знаком. И мы должны все сделать все возможное, чтобы больше в нашей истории не было не только мировых войн, но и локальных войн. Спасибо. Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов поприветствовал участников конференции, отметил великий подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Наверное, это такая исходная дата, которая затронула все абсолютно дома, все семьи, прошла молохом через каждый дом. Нет такой семьи на нашем большом, на наших просторах души Советского Союза, в том числе в Южной Осетии, кого не затронула эта смертоносная война. Но в прошествии 80 лет мы хотим однозначно сказать, что слишком много стало попыток в последнее время извратить суть происходящего 80 лет назад. Понятно, чисто в своих интересах, политических интересах, и самое главное, принизить роль советского народа в победе. Более 10 заявленных на конференции докладов раскрывали все вопросы по великой битве советского народа за право жить в свободной социалистической стране. Итогам и урокам Великой Отечественной войны посвятил свой доклад декан историко-юридического факультета ЙОГУ Гивика Теккоев об известных героях Великой войны. Рассказал доцент кафедры истории Осетии и Кавказоведения Мурат Джоев. Советско-германскому пакту о ненападении 1939 года и его фальсификации посвятил свое выступление профессор кафедры всеобщей истории Лев Басаев. Началу неравновесия битвы, продолжающейся долгие годы, посвятил свой доклад 22 июня 1941 года «Начало великого подвига советского народа» доцент кафедры истории Осетии и Кавказоведения Роберт Кулумбеков. О значении Сталинградского сражения в ходе Великой Отечественной войны рассказала профессор кафедры всеобщей истории Евгения Джоева. На примере одного юго-осетинского села всю мощь и значимость единства советского народа в борьбе против фашизма раскрыл доцент кафедры истории Осетии и Кавказоведения Таймураз Таттаев. О малоизвестных фактах и страницах истории
истории также поведала старший преподаватель кафедры истории Осетии и кавказоведения Нелли Табуева в докладе «Госпитали в Цхинвале в годы Великой Отечественной войны». Студенты специальности «История, история международных отношений» Элина Габараева и Алана Кукоева рассказали об участии молодежи Южной Осетии в Великой Отечественной войне и вкладе Южной Осетии в обеспечение победы в Великой Отечественной войне. В ходе конференции каждому была предоставлена возможность высказаться и раскрыть вопросы, вызвавшие интерес по обозначенной теме. Как отметил в завершении мероприятия Вадим Теде, все доклады и выступления будут изданы отдельным сборником. Вынесенные на конференцию темы были как никогда актуальны и значимы, так как в современном мире находятся силы, пытающиеся переиначить исторический подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Войны, на фронтах которой полегли тысячи остинских ребят и девушек во имя Великой Родины. Полную версию конференции, уважаемые телезрители, можете посмотреть в соцсетях на страницах Юго-Остинского государственного университета. Сотрудничество Юго-Остинского государственного университета с организациями и ведомствами республики является важной составляющей в работе вуза. В ЮГУ состоялась рабочая встреча ректора Вадима Тедеева и директора совместного информационно-координационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации и Республики Южная Осетия полковника милиции Алана Булатаева. Ректор ЮГУ Вадим Тедеев вручил благодарственные письма руководству центра и ряду сотрудников за плодотворное сотрудничество, выразив признательность руководству центра и всем сотрудникам за понимание важности и значимости совместных мероприятий. Руководитель вуза отметил, что в деле патриотического воспитания студенчества это важное и необходимое взаимодействие. В свою очередь, директор совместного информационно-координационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации и Республики Южная Осетия Алан Булатаев поблагодарил Вадима Тедеева за деловые и в то же время дружеские отношения как между руководством, так и сотрудниками университета и личным составом центра. Были намечены очередные совместные мероприятия, в частности, продолжение профилактических бесед со студенчеством, проведение спортивных состязаний на площадке центра, посещение студентами информационно-координационного центра и ознакомление их с работой ведомства и многое другое. На встрече приняли участие сотрудники ЮГУ и ИКЦ. Следует отметить, что благодаря тесному сотрудничеству ЮГУ и совместного информационно-координационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации и Республики Южная Осетия проведено ряд значимых мероприятий. В частности, сотрудниками центра, главным экспертом-автотехником, полковником полиции Валерием Марзаевым и экспертом-лингвистом майором полиции Сусланом Дускаевым на высоком профессиональном уровне проведены профилактические лекции-беседы со студентами ЮГУ по предупреждению речевых преступлений и мерах противодействия молодежному экстремизму в сети интернет. Есть паблики, за которыми стоят определенные политические группы или иные группы, не только политические, у которых есть свои интересы определенные. Интересы эти, как правило, заключаются в подаче информации в такой форме, чтобы вызывать у читателей определенные настроения. С какой целью? Разумеется, с целью их манипулирования дальнейшего. Сотрудникам автошколы ЙОГУ Валерием Марзаевым были проведены курсы повышения квалификации, опираясь на новейшие разработки. Также в рамках сотрудничества обозначенные сотрудники информационно-координационного центра вместе с ректором ЙОГУ Вадимом Тедеевым приняли участие в работе летнего молодежного образовательного форума «БАРС-2020», выступив спикерами по интересующим подрастающее поколение интернет-пользователей вопросам и соблюдению правил безопасности дорожного движения как автовладельцами, так и пешеходами. Значит, первая заповедь для пешеходов, для всех участников дорожного движения – это безопасность. Прежде чем перейти дорогу, посмотрите налево, посмотрите направо. Если вы не можете оценить расстояние до приближающегося транспортного средства, которое может вас не увидеть, потому что может отвлечься на телефон, ручку поднимать там, на руль, задуматься, бывает и такое. Плохо может водителю стать, он вас просто может не увидеть. Пропустите его, пускай едет, а потом переходите дорогу. Этому золотому правилу также надо учить детей. Переходить дорогу строго на зеленый сигнал светофора, даже если вы очень торопитесь. Также Валерий Марзаев из личной коллекции безвозмездно передал в дар музею этнографии и краеведения ЙОГУ ценные экспонаты. Фатима Георгиевна, вот в дар вашему музею, как положено, штык-нож и... Второй его атрибут для хранения. Спасибо.
Я только раз видала рукопашный. Раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Писатели-фронтовики – это отдельное поколение героических личностей, испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного периода. Благодаря им мир узнал, что на самом деле происходило на фронтах Великой Отечественной, какие чудеса героизма проявлял советский солдат. Писателям, творившим в тяжелые годы Великой Отечественной войны, посвятили мероприятие в Русском центре фонда «Русский мир» Югостинского государственного университета. Момент сегодняшний – это день скорби, это день памяти. Это день переживаний в семьях, которые потеряли ни одного человека. Как не могла переживать Царство Небесное, ее уже нет, мать семерых сыновей Газдановых, которые не вернулись. Кто бывает во Владикавказе, что видит? Памятник. Да, вылетающих журавлей, да, клином, которые не вернулись. Пять, потом еще два. Да. В России была женщина, Плесневия, отчество, я ее забыла, которая не вернулась, 10 сыновей. Вот вы себе представьте, исчезали семьи. С самого начала кровопролитной войны, растянувшиеся в годы рядом с защитниками Великой Отчизны те, кто вдохновлял словом, литературным даром, отчасти и благодаря которому вселялась вера в правое дело, в победу над вероломным врагом. Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, словно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. Засияют окна в каждом доме, патефон послышится вдали. Не печалься, все вернется, кроме тех солдат, что в смертный бой пошли. Произведения, рожденные в суровые годы военных лет, облетели весь мир. Их переводят на многие языки мира, сочиняют музыку, их передают из поколения к поколению, как символы несломленного советского народа. Старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы ЙОГУ, заместитель руководителя Русского центра фонда «Русский мир» Лали Кокоева, вынесла на обсуждение участников мероприятия отрывки из дневника невернувшегося с той войны военного корреспондента, поэта Всеволода Багрицкого. Отрывок из письма сотрудницы газеты, где работал Всеволод. 26 февраля в 6 часов вечера он находился в избе, беседовал с героем нашего фронта, раненым, но уже выздоравливающим политруком, зенитчиком одной из частей Гусева. В это время рядом разорвалась бомба и осколками через стену убила и его, и политрука. Смерть, видимо, была мгновенной, осколок попал в позвоночник. Когда товарищи вошли в избу, где был Всеволод, они застали его мертвым. Осколок вражеской бомбы пробил и полевую сумку, и тетрадь с надписью «Стихи» и письмо матери. Все это мы послали в Москву товарищу Фадееву. Хоронили Всеволода с воинскими почестями. В ту минуту, когда произносились слова боевой клятвы, летали самолеты, гремели залпы артиллерии, недалеко проходил фронт. Он похоронен на опушке леса, на перекрестке двух дорог, рожденных войной, у раскинувшей ветви сосны, на которой наш художник Вучетич вырезал надпись «Воин-поэт Всеволод Багрицкий, убит 26 февраля 1942 года. Я вечности не приемлю, зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю с любимой моей земли». Эти строки Цветаевой Всеволод очень любил и часто их читал. А бедная мать ничего не знает. Нашли от нее открытку, где она беспокоится, что долго не имеет от него известий. «Я боюсь, что больше никогда не увижу тебя», — пишет она. Как не обмануло материнское сердце. Он был единственным ее сынок. Мероприятие, посвященное писателям военных лет, завершили возложением цветов к вечному огню, символически знаменующего собой память о павших героях. Памяти и скорби – это день начала Великой Отечественной войны. Это трагическая дата в истории Советского Союза, в истории
нынешней России, да в истории мира. И русский центр фонда «Русский мир» при университете Югостинском решили отметить эту дату. Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за чистое небо, за свободу, за то, чтобы мы жили под мирным небом. Мы читали стихи в университете, почтили память погибшим, вспомнили всех поэтов, которые служили. Мы посчитали, что просто необходимо напомнить людям о тех подвигах, которые совершили люди, участвовавшие в войне, которые оставили след как в виде своих подвигов. Некоторые оставили след в виде произведений, стихотворений. И это нужно помнить. Об этом нужно говорить. В Югостинском государственном университете по праву гордятся учеными, внесшими огромный вклад в развитие науки и образования республики. Среди них заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия, заведующий кафедрой остинского языка и общего языкознания ЮОГУ, профессор Юрий Дицойта. К юбилею заслуженного деятеля науки Республики Южная Осетия, заведующего кафедрой остинского языка и общего языкознания Югостинского государственного университета профессора Юрия Дицойта в университете прошла международная научно-практическая конференция «От скифов до осетин». На масштабном мероприятии международного уровня присутствовало руководство Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Бибиловым, профессорско-преподавательский состав Югостинского государственного университета во главе с ректором Вадимом Тедеевым, представители ученого мира России, в том числе и Северной Осетии. Я хочу обратиться со словами теплоты, особой теплоты в адрес своего друга Юрия Альбертовича Дицойта. И я бы хотел, чтобы все у тебя было так, как ты сам планируешь свою жизнь, свою работу. И я думаю, что университеты, в стенах которых работают такие видные ученые, как Юрий Альбертович, может уверенно заявлять о том, что с наукой в этом университете все в порядке. Я думаю, что сделано Юрием Альбертовичем до сегодняшнего дня, это одна страница, которую он успешно перевернет, но я уверен, что он сделает еще больше, начиная с этого дня, видя, какое уважение к нему проявляют и руководство республики, и ученые круги, научные круги Российской Федерации и постсоветского пространства. Это уже пожизненная твоя обязанность, а мы будем делать все возможное, чтобы создавать условия не только для тебя, как для видного ученого, но и для всех ученых, которые работают в стенах нашего университета. Спасибо тебе за все, Юрий Альбертович. Глава государства Алании Анатолий Бибилов поздравил юбиляра, отметив значимость его трудов. Пожелал участникам конференции плодотворной работы. Значимость как ученого Юрия Альбертовича в стенах нашего университета, в стенах научно-исследовательского института и дальше за пределы Республики Южная Осетия. Но значимость, наверное, никому не надо объяснять. Почему? Потому что, наверное, все-таки народ, любой народ чего-то стоит. Если есть представители этого народа в сообществе ученых, и, конечно, каждый из нас гордится, что есть у нас такой ученый, как Юрий Альбертович, без сомнения, это для каждого из нас очень дорого, очень значимо, и без сомнения мы гордимся. Гордимся как осетины, гордимся как южная часть нашей единой Осетии. И конечно, мы, по идее, все должны делать для того, чтобы максимально создавать условия или создать условия и делать все для того, чтобы возможностей для работы в научной сфере у Юрия Альбертовича было побольше. Хочу сказать, и, наверное, коллеги, и ректорат, и профессорско-преподавательский состав со мной согласятся, что на самом деле в последнее время очень большое внимание уделяется как раз научно-практическим конференциям, и, слава Богу, уже приезжают к нам или участвуют по видеосвязи серьезные ученые. Это важно, конечно, для развития
образования, для студентов это очень важно. И за это, конечно, огромное спасибо еще раз подчеркну ректорату университета и всем тем, которые непосредственно занимаются подготовкой и проведением вот таких серьезных научных конференций. Основным докладчиком конференции выступил замдиректора Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков по теме «Образы змеи, лягушки и рыбы в мифологии древнего населения». Спасибо большое за возможность выступить на этой конференции в таком хорошем обществе. Я начну с того, что я зачитаю официальное приветствие от Института востоковедения Академии наук Российской. Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия, профессору Юрию Альбертовичу Дицойте. Дорогой Юрий Альбертович, от имени коллектива Института востоковедения РАН и от себя лично поздравляю вас с 60-летием. Мы знаем вас как замечательного и яркого ученого, настоящего патриота своей родины, известного общественного деятеля, нашего давнего и доброго друга. Ваши работы по фольклористике, нартоведению, истории осетинского народа и других народов Кавказа, этимологии языкознанию, хорошо известны не только тем, кто углубленно занимается этими вопросами, но и широким кругам научной общественности. Настоящим научным подвигом стало фактическое, уверенно, что издание третьего тома не за горами, завершение вами монументального труда Замы Дмитриевны Сахаребовой «Топонимы Южной Осетии». Востребованы у нас и другие ваши фундаментальные работы, в частности, «Нарты и их соседи», «Нартовский эпос» и «Амираниане», а также многочисленные интереснейшие статьи. Искренне желаем вам новых свершений на благо мировой науки, новых книг, участия в многочисленных конференциях, плодотворной работы в Юго-Осетинском государственном университете, семейного счастья и крепчайшего здоровья. Директор Института востоковедения РАН Алибер Колобекович Альгабиров. Далее у меня еще есть приятная обязанность подарить издание нашего института для библиотеки университета, для Вадима Батазовича. Участники конференции отмечали огромный вклад Юрия Дицойте в науку, в дело становления государственности Южной Осетии. Глубоко уважаемый Анатолий Ильич, глубоко уважаемый Вадим Батазович, глубоко уважаемые коллеги, гости и, конечно же, глубоко уважаемый юбиляр Юрий Альбертович. У меня в руках два адреса, и я бы хотел зачитать для начала один. Первый. Уважаемый Юрий Альбертович, примите искренние поздравления в связи с вашим 60-летним юбилеем. Ваша богатая биография, кроме годов учебы и труда в период национально-освободительного движения, была наполнена активной общественно-политической деятельностью, что характеризует вас как истинного патриота своей родины. Однако наибольшую известность вашему имени принесли научные труды, имеющие огромное значение для исследования истории осетинского народа. Сегодня вы являетесь одним из самых известных специалистов, исследующих родной язык и нартовский эпос. Результаты вашей научно-исследовательской работы получили признание как среди ученых-иронистов, так и кавказоведов. Уверен, что в будущем вами будут покорены новые научные вершины, ибо 60 лет в жизни ученого – лишь пора наивысшего расцвета творческого потенциала. С пожеланием скорейшего оформления докторской степени первый президент Республики Южная Осетия, почетный ректор ЮГУ имени Тибилова, доктор исторических наук, профессор Чедыров Людвиг Алексеевич. У меня есть второй адрес, но я его зачитывать не буду, потому что это поздравительный адрес от имени Объединенного ученого совета Владикавказского научного центра Российской академии наук. Здесь также сказано очень много важных и, самое главное, правильных слов, но это уже, пусть это будет отдельное. Спасибо. Но и это еще не все. Я хотел бы вам представить сегодня, с гордостью представить воплощение идей, одной из последних идей нашего великого ученого Василия Ивановича Абаева. Это четырехтомное издание, которое было издано под грифом Владикавказского научного центра. Я очень рада тому, что могу присутствовать на такой замечательной конференции. И в продолжение я не позволю себе сделать небольшую, может быть, тоже презентацию нашей деятельности, которая является как бы продолжением выступления Александра Юрьевича Скакова. Потому что вот я, конечно, не могу похвастаться
таким долгосрочным сотрудничеством с коллегами из Южной Осетии. Но мы уже, я только начинаю работать в этом направлении, во многом благодаря как раз Александру Юрьевичу, который помог познакомить меня с такими замечательными людьми. И мы сейчас тоже работаем совместно с Русланом Георгиевичем и Робертом Хазбиевичем и Нелли Георгиевной в рамках одного проекта, который с российской стороны поддерживается фондом фундаментальных исследований научных. И наш проект касается изучения зооморфных образов, как таких вот сквозных образов, которые во многом характеризуют культуру жителей этого региона. Причем оказывается, что начиная, можно даже так сказать, с неолитических самых древних времен и вплоть до практически наших дней. Хотела действительно выразить свое восхищение, насколько живые вот эти формы, которые явно идут с глубокой древности через христианское искусство и доходят до наших дней, и насколько вот эта земля, в частности Южная Осетия, богата и этими вот древнейшими вещами, и это поразительно, и я очень рада, что мне удалось к этому приобщиться, увидеть это лично, ощутить обаяние этой древности, и очень надеюсь на то, что будет возможность на благо нам и вам продолжать этим заниматься. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я попытаюсь в своем коротком выступлении совместить две позиции. Прежде всего, я все-таки считаю за честь еще раз поздравить нашего юбиляра. Это тот юбилей, когда на самом деле не так уж важно подводить итоги, потому что это не тот юбилей, он еще очень молод. Главное, что это юбилей перспектив. А перспективы здесь большие. Описывать работы нашего юбиляра, я думаю, не стоит. В самом заглавии «Скифов до Стен» вы видите этот диапазон. Работа ведется нашим юбиляром и на севере, и на юге. И работа с Кудро, что такое. Если возьмете вот последний номер «Нартамонда», вы посмотрите замечательную статью, посвященную Хетагу. Одна из отличительных черт любого исследователя – это любопытство. И вот это любопытство, которое не только на новом материале, но, казалось бы, на хорошо известном материале всем, может открыть что-то новое, может подвигнуть нас к дальнейшей работе. Вы знаете, вот сегодня подарили четырехтомник Васу Абаева, но сам Василий Иванович Абаев считал, что его главный труд – это историко-этимологический словарь. И когда его спрашивали об этом, это замечательный труд, и мало кто из народов Советского Союза имел подобное, фундаментальный памятник языку и собственной истории. И когда Василий Иванович об этом спросили, он сказал, да, это труд, это научный труд, это международный труд, но прежде всего я работал для Осетии. Прежде всего это для Осетии и для Стен. Вот наш юбиляр – это продолжатель именно этой школы, которая работает на высочайшем научном международном уровне, но прежде всего обращается к нам, к Осетии. Товарищ президент, я всем поздравляю с юбиляром. Можно сказать, что то, что он до сих пор делал, две части, господа. Часть слова он исследовал, и это описывал и так далее. Но другая часть работы – это создание вот этого самого словаря топонимов. Это на будущее. И могут заниматься и другие поколения, когда будут отмечать его столетний юбилей. Сейчас часто можно услышать, что представители гуманитарной науки ангажированы, пишут заказные статьи. И я вот хочу признаться, что я один из них. Вот в этом сборнике представлена именно такая заказная статья. Когда я думал, что мне нужно сделать, чтобы вдохновивший меня
и пригласивший участвовать в сборнике Юрий Альбертович остался мной доволен, я понял, что нужно просто следовать тому курсу в науке, которым он успешно движется сам. И главная особенность заключается в том, что его академические исследования, высоконаучные, да, что никем не ставится под сомнение, при этом носят и сугубо прикладной характер. Наука не должна отрываться от жизни. Ученые не должны закрываться в кабинетах. Уважаемый Вадим Батазович, уважаемый юбиляр, уважаемые коллеги, позвольте свое короткое выступление начать с приветственного адреса от Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания, который мы с коллегой представляем на этом замечательном представительном мероприятии. Дорогой Юрий Альбертович, Институт истории и археологии Республики Северная Осетия Алания сердечно поздравляет вас, выдающегося ученого, педагога, политического и общественного деятеля, со славным 60-летним юбилеем. Вам удается гармонично соединять в своей деятельности науку, образование, культуру, политику и, сохраняя верность высокому предназначению ученого, оставаться примером гражданской ответственности, патриотизма, интеллигентности. На сложном переломе эпох вы являетесь одним из признанных научных авторитетов, ярким носителем независимой мысли, образцом компетентности и заинтересованной включенности в обсуждение важнейших проблем истории и современности. Ваши книги и статьи неизменно прокладывают новые пути в изучении аланского языка и культуры. Вы вносите важный вклад в развитие Юго-Остинского государственного университета, Юго-Остинского научно-исследовательского института и гуманитарных научных учреждений Северной Осетии Алании. Юрий Альбертович, ну, Михаил Эрнестович уже, наверное, сказал самое ценное, что могло быть, а мы вас просто поздравляем от имени всей Северной Осетии, от всех его жителей, потому что все вас там любят, как ни приедете. И все вам желают долгих лет жизни. Я думаю, на следующий юбилей, на столетие, вы тоже пригласите нас. Обязательно. Здоровья вам, удачи. Приветствую членов конференции. Поздравляю Юрия Дитцойте. Я горжусь, что живу вот в это время и работаю с ним, да, с ним в одном учреждении. Я очень его уважаю и еще раз его поздравляю. Дорогие коллеги, приветствую вас. И в первую очередь, конечно, хочется обратиться со словами поздравления в адрес юбиляра. Дорогой Юрий Альбертович, от души поздравляем вас с 60-летним юбилеем. Это действительно юбилей перспектив. Мы хотим вам сказать огромное спасибо за ваш труд на поприще науки. И еще за то, что, несмотря на то, что в эпоху безвремени, можно сказать, за эти 20 лет, которые мы жили в совершенно непростых условиях, вы смогли творить, вы смогли работать, создавать качественные научные труды. Огромное спасибо всем, кто собрался сегодня сюда. Я знаю, что это мои друзья, это мои единомышленники. С другой стороны, сюда хотели бы прийти многие другие коллеги, но не получилось. Я вот по порядку, значит, огромное спасибо нашему президенту. В своем очень плотном рабочем графике он нашел возможность и пришел сюда поздравить. Пришел не один, пришел, ну, скажем так, со своей командой. Это председатель парламента. И огромное спасибо Марату Минюровичу Улахметову. Это посол Российской Федерации в Южной Осетии. Не все знают, что во время агрессии 2008 года он возглавлял миротворческий
российский вроде бы контингент, на самом деле под этим контингентом был и осетинский батальон, и грузинский. Грузинский сбежал сразу же, осетинский, естественно, примкнул к российскому, но все равно они его атаковали. И мы, находясь, значит, в разных местах, на разных позициях, следили за тем, что происходит с русским, с российским батальоном. Это был ужас. Атаковали с той стороны. Я думаю, мы совершим небольшую экскурсию в ту сторону. Я хочу поблагодарить абсолютно всех, кто выступил сегодня. Очень интересные выступления. Большое спасибо вам за поздравления. Вадим Ботазович, спасибо большое и за сегодняшнее, и за все, что вы делали, делаете и будете делать.